Привет, друзья! Это канал Видеохолка. И сегодня я вам расскажу, как можно сделать свою аватарку в приложении FaceCool. Это андроидное приложение на своем компьютере. Вот так приблизительно она выглядит. Сейчас это модно. Что-то подобное можно сделать. Давайте попробуем. Я попробую сделать вот из этой фотографии. Для начала нужно зайти в эмулятор Андроида. Как его скачать, я рассказывал в одном из моих уроков по регистрации в Инстаграме. Так что можете посмотреть. Вот, заходим в приложение. Давайте сделаем вот так вот. Выбираем, так, зашли. Выбираем юношу. Ну, давайте для начала попробуем подобрать ему шевелюру. Клавишами вниз или колесиком можете выбирать. Да, вот кучерявые волосы. Хорошо. Так, теперь цвет волос. Давайте оставим черный. Давайте вот серенький, да? Теперь размер лица. Форма лица. Брови. Ничего сложного нету, просто подбираете. Выбираете, смотрите, подходит, не подходит. Давайте вот эти оставим. Теперь глаза давайте. Давайте оставим так. Отлично. Рот. Так, хорошо. Нос. Ну, давайте этот оставим. Во. Усики нам не нужны. Очечки тоже.
Давайте подберем одежду. Шляпу повесить, нацепить. Различные аксессуары. Так, давайте уберем. Заменим фон. Давайте такой. Надписи не будем. Ну вот и все. Да? Похож. По-моему, похож. Так, чтобы сохранить, щелкаем здесь, сохраняем в системе своей. Давайте посмотрим. Вот. Открываем Photoshop. Копируем в Photoshop фотографию. Документах. Ну вот и все, друзья. Все очень просто. Ставьте лайк, если вам понравилось.